Ну и наконец-то мы в Иркутске. Это значит, что первая часть нашего путешествия наконец-то закончилась. И мы приехали, как видите, обратно сдавать наши автомобили VX и TXL. Или LX, TLX, T... Я поменял, мне пишут все время TRX. Короче, приехали сдавать тачки, и завтра мы выдвигаемся в сторону Улан-Удэ на поезде. Вот. Так что огромное спасибо дилерскому центру Exit в Иркутске. Ребята, огромное спасибо, реально, вы нам очень помогли. Тачки огонь, отвозили нас неделю, все четко. А дальше нас ждут новые приключения. Such a simple fact, it's true. It's harder when it's you. Try to find a solution. Давай это половину отсечем и эти давай направо. Блин, один уже обоссался. Ну куда ты идешь-то, Маня? Иди налево, чтобы они пошли направо. Ну ты иди сюда. С какашечками? Там что, кто-то кого-то ебать начал? Бля, короче, придется тебе музыку подкладывать под это видео. Когда... В общем, сегодня, как вы поняли, мы выезжаем из Иркутска в Улан-Удэ на поезде, который будет с 8 часов целый день. На радость только я. А сейчас мы наведемся в гости к деду. С насадочками, да. Вот это стиль. Для Леонидовича люкс-купе. С кофемашиной, прошу заценить. Такой стилек.